соперник слабый довольно. И мы, наверное, сами расслабились и начали ошибки быть. Атмосфера нормальная. Мы довольно тут играем втроем, девочки. Так нам девочки младшие не мешают, помогают нам. Они молодцы. Хорошо, что они занимаются волейболом в таком маленьком городе. Они все-таки находят время тренироваться, заниматься волейболом. С одной стороны, нужно поддержать школу. Все-таки мы выступаем за школу, и хочется, чтобы школа наша выиграла и набрала баллы какие-то. Конечно, такого уровня соревнования так себе, но все равно хочется играть, показывать свое мастерство. Мы так боялись, у нас вот так вот руки дрожали. Но когда мы начали первую игру, мы сначала их выигрывали, а потом... Не знаю, либо мы сильно переиграли с ними, я не знаю. Перенервничали. Да. Сначала было очень страшно, но после игры, после того, как мы начали с ними играть, то уже нормально было. Мы поняли, что нужно получить удовольствие. Мы занимаемся, но мы младший химик. И меньше занимаемся. Адреналин – это первое. И просто поиграть для души. Четвертая школа очень сильная, там вообще три девочки из химика играют. А третья школа тоже неплохо играет. Мне нравится. Главное – участие. Нам очень нравится играть. В волейбол мы каждый день тренируемся. Готовились долго, упорно. Каждый день с тренером тренировались, после уроков оставались. Очень сильные соперники, школы хорошо подготовились и играют хорошо. Наша команда не занимается профессионально волейболом. И видно, что девочек очень хороший уровень игры, и играют они очень хорошо. Можно посмотреть, какая из школ лучше готовились, где дети сильнее, где команда более сплоченная. Ну, соревнования очень нравятся. Это очень полезно. Мы можем поиграть с сильными соперниками, оценить уровень вообще игры в Южном и в целом просто заниматься спортом. Yeah!
Главное – это игра, ну и результат. Пока результат плохой. На соревнованиях пока что разочарование, потому что знаем, что могли бы лучше и больше. Очень классно, адреналина много, я так орал, я старался, я хотел тянуть команду, я это сделал. Все не верили в нас, но мы это сделали, мы победили. И мы старались, и мы все выложили, все молодцы, всем спасибо моей команде. Мне даже голос вон на хрип, я орал как. Настраиваемся на областные соревнования, чтобы поехать и там порвать всех. Игры были шикарные от всех команд. Все шикарно сыграли, особенно наша школа. Готовились около месяца тренировки на улице, тут в зале. Сплоченный коллектив у нас. Никто не надеялся, что мы выиграем первое место. Просто все хотели играть, у всех было рвение. Поэтому и выиграли. Дети у нас есть тоже подготовленные, и волейбол очень даже хорошо, которые некоторые девочки у нас будут принимать участие в областных соревнованиях. Они входят как бы в сборную состава «Химик». Как бы что гандбол, что волейбол, но девочки по волейболу очень хорошо. Уровень волейбола оцениваю очень хорошо. Не так, как гандбол. У нас по гандболу больше мальчики, чем девочки. В областных соревнованиях будет принимать участие сборная команда города Южного. Они будут защищать наш город, школьники. Это будет проходить 9 октября в Беляевке. Надеемся, что мы приедем с победой.